Приветик, не спящие, все остальные любители мадарийских вот этих вот приколов. Так, подождите секундочку. Что с наушниками сделать? Так. Я наркоман, да? Я молодец и не переключил, конечно же, источник звука. Вот так-то лучше. So, продолжим. В конце концов, не зря я потратил на эту игру деньги. Ох, не зря. Ну, я надеюсь, по крайней мере. В конце концов... Нет, не хочу никаких подношений делать. В конце концов, мне пока что нравится. А пока что мне нравится, значит, все хорошо. Плюс-минус. Единственное, что мне не нравится, то, что она медленная. Она чертовски медленная. Кошка? Привет, кошок. Кошак? Ой, что у тебя с глазом, котик? Оставь меня, смертная. Ты умеешь разговаривать? Ой. Что? Ни минуты покоя. Ни минуты покоя. Ни секунды покоя. Вы люди всегда такие надоедливые. Ты кто? Какой-то демон? Довольно, смертное, мое терпение кончилось, ой. Черная кошка. Знаете, была раньше реклама кофе «Черная карта». Теперь есть черная кошка. Надо выбить из нее всю дурь. Все дерьмо. Кек. Не надо. Ой. Не вздумай недооценивать меня, человек. Ой. Да. Ой. Ой. У него очень резкие атаки. И от того не менее прикольные, кстати. Позвеним по раз. Ха! Странно, знаете, вот я вот ни хрена не ожидал, что про Мамадору вообще кто-то в курсе. Но стоило мне зайти на Twitch и такой, опа. Внезапно не только корейцы в нее играют. Что-то с ней не так, ой. Чего? Немыслимо. Да чтоб какой-то человек. Какая досада. Кек. Погоди минутку. Ой. Эх, кто же это был? Ну. Какая-то полуголая баба с кошачьим хвостом. Разве это не очевидно? Плюс мана. Серповидный лунный цветок. Возможность подпрыгивать в воздухе. О. Дабл. Джампы. Еее. Оказывается, я до них чуть-чуть не дошел. Жалко, трипл джампов нету. Ну ладно. Это уже, скажем так, мелочи. Своего рода. Недолет. Есть ли смысл собирать тушенку? Что-то я уже не уверен. Так. Сюда. А зачем нужно вот это? Странно. Странновато. Нет, только не кусающие цветы. Знаете, вот когда людям лень делать дизайн монстров, они делают монстров овощей. Это плохая тенденция на самом деле. Даже сказал, очень плохая. Потому что это полнейшая хренотень. Просто банально неинтересно. Надеюсь, что в предыдущих частях тоже были овощи, иначе это прям конкретно выбиваться будет с общей стилистики и направленности. Так, по идее, нам куда-то направо.
Там какой-то секрет есть, и раз уж я заполучил дабл-джампы, то, наверное, стоит эти секретики-то пооткрывать. А это лифт. Блин, еще на лифте кататься. Кататься. Не работает ни хрена. Где-то в этом месте должен быть секрет. И он даже где-то ниже. Вот он здесь где-то должен быть. Как туда попасть? Тут еще стены невидимые. Потрясающие. Есть предположение, что туда надо спрыгивать сверху. С другой стороны... Может быть... И нет, 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 нет! Дерьмо. Ладно, пофигу. Левую сторону я пробежал. Пробежим правую. Ну, очевидно, что тут ничего нет. Ладно. Дзынькну хотя бы. Даже спрыгнуть нельзя. Неприятное дерьмо. Ладно, пофиг. Бета 387 рогов. Что-то как-то маловато. Маловато. Так, можно еще к феям сходить. Сила этого лунатика должна помочь им пройти через корни и добраться до деревни фей. До деревни фей я уже могу добраться. Дабл-джамп у меня есть. Запрыгнуть я уже могу и все такое. И это очень даже хорошо. Вот стань. Ай. Блин, я на карту смотрел. Вообще-то. Вообще-то. Пойдем налево. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Я забыл, что здесь проход через верх. А как я наверх поднимусь тут? А, ну да. Кек. Перебор. Маленькое ускорение. Что это такое? За хрень. Наверное, что-то важное. Рубеж. Я уж было решил, что они не спавнятся. Больше. Я умею хреначить с разбега. Нет, это, видимо, была билка. Этого самого спутничка. Рубеж. Ага. А дабл-джампы мне здесь не помогут, да? Дерьмо. Ладно. Ладно, валим. Дабл-джампы не требуют стамины. Интересно. Так, ну тогда наверх, в деревню фей. Пара-па-пара-па-па-пара. Опа. Вот что жужжит. Скорее всего, он где-то там в крыше остался. Ну и ладно. Ну и черт с ним. Так, цинкну я на всякий пожарный. Сохранения лишнего не будет. Именно в этом месте. Хотя, с другой стороны... Что-то и важно. Ладно, пофиг. Пум. Блин. Нахрен я здесь сохранился. Я же здесь уже... Пофиг. Ну,
бывает, подумаешь, промахнуться. Чё такого-то? Вот бы парирование у неё включил кто-нибудь. Было бы так здорово, чтобы она вдруг внезапно начала уметь парировать атаки, а не просто получать контактный урон из-за того, что она падает на голову какого-нибудь овощемонстра. Ты кто? Ты враг? Мне казалось, ты персонаж, который очень хочет поговорить. Ну, нет так нет. Я как бы и не настаиваю. Подожди, она сиськами? Мне кажется, ей не хватает сосков. Чуть-чуть. Если это вообще она, конечно. Но даже если и он, то это какой-то очень странный он с сиськами. И без сосков. Блин. Получилось маленько. Да ё-моё. Ну не может же быть тут все так посчитано. Не хватает. Сука. Ладно. Вверх или налево? Пойдем налево. Тут что-то светится синим. Если тут что-то светится синим, значит это что-то важное, наверное. Я тебя покусаюсь, гнида. Она падает с такими эффектами и звуками, что создается впечатление, будто она весит 2 тонны. Хотя если бы было так, она бы, наверное, проламывала с собой пол. Хотя, учитывая ее жопу, не удивлюсь, если так на самом деле является. Так, феи, хреней. Еще вниз слева, я там еще не был. Внизу слева. Здесь чертова лукастая гниль обитает. Лучковая. Лучковая гниль. Ну, с другой стороны, больше тут ничего и нет. Тогда пойдем наверх. Скорее всего, мне наверх не дадут пройти, но попробовать стоит. Мало ли. Так ты скотина такая. Блин. Мне кажется, должна существовать порно-версия этой игры. Сука, просто обязана. Сейчас откинусь. Откинулся. О, подожди, а с хилки можно запрыгивать? По крайней мере, пока она хилится в воздухе, ее морозит в воздухе. Блин, тратить не хочу, хотя... Теоретически можно. Но только если дальше, не в высоту. Хотя и высоту стоит попробовать, плюс мана. Вы не чувствуете изменений? Не плюс мана. Что ж, ладно. Почему бы и нет? И все, что ли? Маловато как-то. Ладненько, что ждет нас наверху? Ой. Фига. Прикол. Давай еще. Yeah.
В смысле? Так. Я спасена. Найс. Больше здесь мне делать нечего. Не надо. Кленовые листья взад. Пойдем направо. Я еще справа не был. Может быть, справа есть что-нибудь интересное. Колокольчик, например. Оп. Сейвимся. О, нет, крабовые черти. Сука. Сука. Не хочу крабовых чертей. Раньше было лучше. Раньше без даблджампа можно было просто, ну... перекатываться. Так. Оба. Оба. И чё? И всё? Что это был за звук сейчас? Что это? А? Чё за нахрен? Что? Кто мяукает? Ладно. Видимо, это была эта хрень. Кстати, где-то здесь секретка. А, вижу где. Сюда. Какая-то нехорошая хрень. Блин. А он меня унесет наверх. О, класс. А. Ну хотя бы не овощи. Ну хотя бы не овощи. Кошкомонстры, крабомонстры, ну хотя бы не овощи. Плюс хпшечка. И валим обратно. Там же нет секреток? Нет. Вот отлично. Не убивается. Перекатывается? Перекатывается. И славно. Такая, знаете, вот... вроде... Metroidvania, или Castlevania. Anyway. Ну, такая... Metroidvania, но... кайфовая. Спокойная. Не суперактивная. Очень, сука, медленная. Настолько медленная, что аж начинает раздражать. Местами. Но в остальном вроде ничего. Хотя бы играть приятно. Вот так. Относительно. Сюда. 750. Должна быть еще одна где-то. Где-то я не заметил еще одну. Вернее, не нашел. Ай! Ты гниль. Давай еще раз. Да, блять. По жопе крабу. Можно надавать. Жим. Что это? Гримуар. Активировать еще один символ. Кайф. Кайф. Сюда. Так, увеличивает наносимый врагам урон при низком здоровье. Херня. Всегда будет одна единственная херня. На короткое время дает неуязвимость после использования херня. Спутники часто выполняют действия. Интересно, но херня. Незначительно увеличивает наносимый врагам урон. Интересно. Мощный выстрел, сила огня, херня. Защищает от отталкивания. Поставлю пока урон. Это... увеличивает урон от стрел при полной шкале. Это мне, в общем-то, не нужно. Давайте пока вот так поставим. Дальнобойкой я все равно практически не пользуюсь. Так что побегаем пока так. И у нас есть проход наверх.
Сюда. Блин, еще проход налево. Сколько же здесь комнат? Так, подождите. Сначала проверим верхушку. Погнали. Раздуваем юбку. Кошаки. Мне вот интересно, эта карта работает против прерываний моих или врагов? Потому что если это защищает меня от прерываний, когда меня бьют и прерывают мою атаку, то это херня. Вот если наоборот, поинтересней. Но не особо намного. Краб. О, я здесь был. Да, я здесь был. Сюда мне ни к чему идти. Ускоряемся. Здрасте. Так, нам куда-то налево. Где-то слева, где-то справа. О. Ну что-то хорошенькое. В виде жопы. Жопа больше станет. Восстановление выносливости увеличено. Трэш. Зачем мне регенить стамину? Зачем в этой игре вообще нужна стамина? Вот чтобы вот так быстрее бегать? Ну, как бы, ну... Погоды не делает. Новые символы. Так, что у тебя есть? За 140 я могу купить падшего героя. Усиливает действие колокола исцеления пропорционально количеству ваших смертей. Больше умираешь, больше лечишься. Трэш. Буду стараться держаться рядом. Не надо. Давай подболтаем с тобой лучше. Цереза, и ты здесь. Да, справляюсь понемногу, так и ладно. На этот раз я приготовила молочный хлеб. Давай. Зацерезим Церезу. Она будет срезной. Вкуснятина, то пятиськи живут. Я тут подумала, матриарх постоянно рассказывает нам истории о богинях прошлого, прародительницах наших семей. Они отдали свои жизни, чтобы спасти наш народ, когда деревня была на грани гибели. До сих пор, кстати, деревня. Мы идем по их стопам и защищаем тех, кто нам дорог, но... Куда ж мы без но? Разве мы можем достичь их величия? Будь я на их месте, меня бы точно одолевали сомнения. Может быть и нет, но мы пытаемся, и этого достаточно. Правда? Неправда. Мысли, блядь, мы пытаемся, и этого достаточно. Ну, как бы... Ну, так дела не делаются. У тебя есть прямая поставленная задача, которую нужно выполнить, и... Просто сказать перед сдачей, ну, мы пытались, и этого достаточно, недостаточно. Это так не работает. ...240. Нормально, я и так зарядила, кстати. Секреток здесь нет. Ну и славно. Здесь нет. А! Хватит кидаться в меня своей слизью. Да это 100 пудов должна была быть порно-игра. Ну, это же очевидно. Это же прям супер-мега очевидно. Блин, может, в DLC у этой игры есть 18+ платная? Я бы, может, купил бы. Секреток нет. Магия увеличена. Зачем? Магия увеличена. Магия — это, по сути, лечилки. И все. И больше она особо ни для чего не нужна. 50. Можно было с тем же успехом сделать фласки, как в Dark Souls, и просто качать фляжку свою, и все. Зачем делать целую шкалу, которой ты, по сути, не пользуешься? Благословенный. Стрелы взрываются при нанесении урона врагам. Да. Что это такое? Какие-то кубы. То что, ангельский? Да ну не. Не, не похоже. Ну, вернее, похоже, но это не он.
Все-таки это не вселенная этого самого Dragon. Как она на английском-то была, блин, забыл. Ну, вы поняли, надеюсь, о чем я. Плюс урон. 17. Ну, пойдет. Сохраняться здесь, наверное, нет смысла. Хотя... Что у нас там, 306? Ну, давай, ладно. Просто, блин, платные сохранения делают небольшие изменения геймплея. Приходится выбирать, где сохраняться, а где не надо. Хотя не то, чтобы мне эти душонки-тушонки были шибко нужны. Есть они, нет их особой погоды и роли не играет. Секретов здесь, конечно же, нету. К сожалению. Ух ты, это ловушка! Это орущий жук. Он орёт. Грёбаный жук. Да что ты сдохнешь? Они заколебали орать. Только без орущих жуков, пожалуйста. 270, 36. Так я и так дамажу выше при полной стамине. Чё за фигня? 270. Ну. Карты при этом у меня нет. Странно. Так, никаких орущих жуков, я запрещаю вам орать. И что вы думали? Орать они захотели. Тихо. Сюда. Моё. Босс-файт. Похоже на арену, по крайней мере. Маленько было. Странно. А зачем делать... такую зону, если это не является ареной. Очень подозрительно. Пуньк. А, introduction нового геймплея. Я понял. Да не туда бьешь. Тут. Так, это плохая херня. Ой. Тебе дамы нельзя. Да блин. Плохая и хорошая херни, которая летает за мной, которая летает за мной, очень похожи между собой. Блин, я начинаю втягиваться в эту хрень. Не уверен, что это хорошо. Но факт остается фактом. Громковато, да? Маленько. Тридцаточки. Пяу. Пяу. 36. Это когда замерил температуру в двух местах. Подмышек-то две. Там 36, тут 36. Странно было бы, если бы было по-разному. Хотя и не факт. Дурацкий камень. Я вижу там что-то. Секретка или камень. О, вернее, цветок. Скорее всего, цветок. Где-то здесь, да, вот он. С феей вместе внутри. Так, ну и дорога вниз, конечно же. И, к счастью, при рестарте комнаты не сбрасываются камни, уже активированные. О, нет, только не орущие жуки, нет. Рущие жуки — это говно на палке. Хорошее. Бум. А у нас будет режим шарика, чтобы мы как саму смогли превращаться в шарик? Было бы здорово. Блин, краб. Капс, да тебе, краб. Я тебя уже не выпущу из станлока. О, нет. Кошко-демоны. Шли к черту. Обратно в свой маленький ад, с которого вы вылезли. Там карта. Какая-то интересная. Это, наверное, карта башни.
Карта защиты. А как мне туда попасть? Я знаю, как мне туда попасть. Но есть нюанс. Это сделать маленько проблематично. У вас украли 10 лунных кристаллов? Ах ты, гнида. Кошачья. Скотина. Но я надеюсь, он мне их только что вернул. Ладно, пойдем дальше. Пока что направо. О, пригодится. Давай сюда. Да ладно. Это же крыса. В клетке. Ладно, хоть не в канализации. На помощь. Прошу, помогите. Сейчас поможем. Ну чё, лучше? Такой унизительной ситуации у меня не было ни разу за 366 лет. Тысячу благодарностей, юная леди. Не за что, как тебя угораздило угодить в эту клетку? Все началось, когда был украден тот темный колокол. После этого повсюду появились демоны. Они схватили меня и заперли в клетке. О, прошу простить мою грубость. Я Мертил, советник фей. Даже сейчас благословенная деревня феи, мой дом, подвергается атаке. Тогда мне нужно спешить. Ты хочешь нам помочь, юная леди? Мы будем рады любой помощи. Не волнуйся, вы с феями не одни в этой битве. Чудесно, тогда я возвращаюсь в деревню. А теперь тихо. Будь осторожен в пути. А я отправляюсь дальше. Поехали. Задираем юбку. Ой. Фига там пулемет. И здесь пулемет. Ну, он хотя бы одной стрелой выбивается. Уже хорошо. Так, мне вообще налево надо. Пошла к черту. Дрянь такая. Так, здесь... Да, здесь вниз. Картишки. Стеклянный щит. Создает защитный барьер после использования колокола исцеления. Звучит как говно. На самом деле. Тут еще есть полеты наверх. А зачем? А, это все? Ладно. Катись в ад. Ау. Ну, одной стрелой со стаминой, конечно же. Так. Слева еще дорога свободна. Вот. Где-то еще эти пулеметы повылезали. И, кстати, здесь спрятана секретка. Ну, вернее, как секретка. Просто ягода. 800. Вот и она. Вот и она. Та ягодка, которую я искал. Я тоже стрелять умею. Вот приседать она не умеет. В принципе, ей это особо и не надо. С такой-то жопой. Оп. И где это я? Ускоряемся. Фига. На босс-файт похоже. А где, собственно говоря, деревня фей? А то я что-то все бегаю, бегаю, а деревни все нет и нет. Может быть, где-то здесь? Конечно. Ну, конечно. Краб. Давай.
А сколько этих дурацких фей нужно освободить, прежде чем мне откроют доступ до деревни? Ай. Дурацкие патрики меня тут насилуют. Костяные патрики. Блин, их слишком много. Даже не хочу с ними связываться. А, нет, подождите. Тут какая-то хрень спрятана. Где-то секретка. Вот прям здесь. Ну где? Да, краб, вообще отдыхай, иди. У нас тут где-то секретка спрятана. Оу, ноу, я забыл лечиться. Блин. Что ж, бывает. Так, по карте. Нам просто, по сути, наверх надо, да? Блин, тут столько неизведанного осталось. Нерасследованного. Хотя, здесь я вроде все избегал, я только не нашел парочку секреток. Ну, это, в принципе, поправимо. Здесь такая же фигня. Там вроде переходов больше никуда нет. Здесь вроде тоже один переход направо только остался. Ладно, разберемся с этим попозже. Где? Что за титулы? А, это ачивки. Что ж, ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.